Ключи от квартир сегодня вручили 20 сочинским сиротам. Собственные квадратные метры теперь есть и у Анжелики Гармашовой. Сиротой девушка стала в 7 лет. Тяжелое детство вспоминает с неохотой, в том числе из-за постоянных переездов с места на место. Говорит, было большим везением, когда родственники могли приютить на длительный срок. Но сегодня кочевая жизнь закончилась. Теперь у Анжелики есть своя квартира в Краснодаре. Обязательно переедем, потому что это все-таки твой уголок. Его бросать нельзя. Я работаю воспитателем, и в любом городе, думаю, можно найти работу воспитателя. Что здесь, что в Краснодаре. Думаю, проблем не будет с этим. В душе все кипит, стараюсь держать себя в руках, и, конечно, есть чувство спокойствия за свое будущее. Квартиры, приобретенные для детей-сирот, полностью отремонтированные. Даже кухня оборудована плитой. Осталось завести мебель. Мне сегодня по поручению главы города Сочи Капайгородского Алексея Сергеевича было очень приятно принять участие в таком знаковом мероприятии. Сегодня мы вручили ключи 20 детям-сиротам от квартир, которые приобрели им по государственной краевой программе. Ну и, соответственно, из бюджета города Сочи тоже соответствующая сумма была внесена. Сейчас они будут заключены договора социального найма. После этого ребята спокойно смогут эти квартиры, скажем так, приватизировать и в дальнейшем по своему усмотрению ими распоряжаться. В 2017 году из краевого в сочинский бюджет было выделено 14 миллионов рублей для приобретения 12 квартир детям-сиротам. В 2018 свое жилье получили 19 человек. Регион для этих целей предоставил 23 миллиона. В прошлом году финансирование составило 50,5 миллионов рублей. 36 квартир муниципалитет приобрел, но благодаря софинансированию. Решением городского собрания Сочи из городского бюджета дополнительно было выделено 13 миллионов. Инга Габиша, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.